Всем привет! Сегодня у нас бургеры, мы пробовать будем первый раз. Купили замороженные, разогрели. Так, покупали мы их в красно-белом. Да, в красно-белом. Также наггетсы и картошка по-деревенски. Соус кисло-сладкий, сырный, и я еще положу сюда сейчас острый кетчуп. Ой, я нет, я кетчуп не люблю. Так, пить мы будем, у меня какой-то новый напиток, Милкис, обогащенный витаминами. А у меня, смотрите, какая кола. А что там написано? Classic Cola. Нет, внизу. Export Style. Сейчас попробую. Ой, боже, какой он розовый. Вкусно? Что-то мне напоминает. Просто были такие кола. Стеклянные конфетки. Попробуй тебя. Розово-белые такие. Вот. Вкусно. Но мне кажется, я его уже пила. Кстати, вот знаете, говорят, разница, кто любит очень колу, есть разница в стекле и в металлической банке. Ты еще? Я тоже нет. Так, начнем. Наггетсы, картошку приготовили в духовке. Все горячее. Кстати, я видела опрос по поводу наггетсов. Как ты их готовишь? На масле или пергаменте? На пергаменте отвечала. И марку просили. Любые мы берем. Любые. С более-менее хорошим составом. Вкусно. Соус пробовала, кисло-сладкий? Угу, я обожаю. Вкусный. Меня то не было. Я такая голодная. Мы ходили гулять. Лиана, Костя, Лёва. Сейчас покажи, что есть в бургере. Булочка. А я ем. Помидорка, соленый огурчик, какой-то соус. И снизу ничего. Такая толстая котлета. Бургер стоил 130 рублей. Лёва там двигает что-то. Смотрите, как течет. Как тебе? Прикольно. Все отлично. Единственное, что булка мокнет, да, нижняя? Из-за того, что разогреваешь в микроволновке, а так очень вкусный. Это за такие деньги, что вполне съедобный. Мы скринили вопросы. Да, сейчас будем отвечать, только вопросов. У нас получается видео еще не вышло, а мы уже вторую часть снимаем. Поэтому, если будете писать вопросы, они, наверное, попадут в третье видео только. Да. Попробуй с острым, как вкусно. Мы в выходной отдыхали у сестренки. Вкусно. Так классно отдохнули. Готовили лагман на природе. Больше захотела частный, да? Вообще прелесть. Очень вкусно. Ноги-то 100 лет не ел. Потеря. Так, куда-то улетел. Сейчас я его возьму. Были вопросы про Левин день рождения. Может, сразу ответим? А, давай. В начале ролика. Все решили уже. Только отмечать будем не день в день. Угу. Лена заказала Леве такой красивый торт. Наверное, мы потом снимем, да? Угу. Выйдет ролик. Надо будет телефон приготовить. Чтобы память была. У меня память постоянно заканчивается на телефоне. Надо все чистить. Так же вкусно. На этой неделе успеем переделать маникюр, ресницы. И нам придут наряды. Наряды. Да, на Валберс очень много платья заказала. Не знаю, что подойдет. Еще бы хотелось в солярий походить немножко, да? Мы были, но попали 2 раза только, потому что работаем. Не всегда совпадают у нас с Лианой рабочие выходные. Блин, такой напиток прикольный. Это тоже, кстати, из красно-белого. Купили соус. Знаете, я не очень люблю соусы Хайнц. Но вот этот очень вкусный. Абрикосовое пюре. Сок ананасовый. Мне прям понравился. Сегодня такая погода, отлично на улице. Так отличается. Вот смотришь, да, прогноз погоды на всю неделю. То дожди, то 19 градусов, то 27, то 23. Знаете, все люди по-разному одеваются. Я иду в кофте, да, дети там в шортиках, футболках. Угу. Очень вкусный соус. Мне кажется, рано раздеваться. Тем более мы болели. Но вот вечерами
Мы 2 дня подряд. Тот ролик выйдет, я его смотреть на не смогу. Я там такая опухшая. Потому что надо высыпаться. Это вообще... Мы на следующий день снова пошли гулять. Уже до часа ночи. Вообще не понимаю, мы с Костей никогда так долго не отдыхали. Мы такие сони. Мы всегда рано возвращаемся домой. Раньше, когда Лёвы не было, всегда рано возвращались домой. Вы жаворонки. Рано встаем, рано ложимся. Вопросы про Костю. Даже некоторые нас уже развели. Нет, мы не разводимся. Ну вот сейчас мы снимаем ролик, Костя с ребенком сидит. Угу. Не разводимся, у нас все хорошо. Просто пока я снимаю одна. Даже был комментарий. Вот, деньги больше не платят, и Костя не снимается. Нет, деньги нам пришли, все, мы поменяли банк. Служба поддержки Ютуба нам помогла. Это не в этом дело. Просто пока Костя не хочет снимать. И он все время нянчится с ребенком. Когда я снимаю Лёву с ребенком. Мне кажется, лучше спокойнее снять. Сниму я одна, чем мы вдвоем. Либо подгадывать время, когда он спит, либо просить. Чтоб тут посидел. Васька меня поцарапала. А дай ей наггетсу одну. Она ведь не будет. Не будет? А вон маленький идет тоже. Там вопросы пару заскринила. Я пыталась найти вопросы, которые именно нам адресованы лично, но ничего не смогла. Станислав пишет. Станислав, большой тебе привет. Скажи, были ли вы когда-нибудь за границей или планируете поехать на отдых? Я никогда не летала на самолете. Нет, и тоже надо к загранике делать. Ну, в этом году. Мы планировали в этом году загранники сделать, но сейчас не вижу уже необходимости. Куда-нибудь только на наше море. А так очень хочется. Мне кажется, на следующий год можно будет спокойно уже с Лёвой. Да, когда Лёва немножко будет побольше, поосознанней. Когда у него будет меньше снов, один сон. Мне кажется, с ним будет намного легче. Мы также берем его здесь с собой, ходим. Просто таким маленьким, мне кажется, на отдых тяжеловато. Хотя смотрю, многие и с месячными, и с двухмесячными отдыхают. Мы 2 раза ездили в Абхазию. Мне очень понравилось. Безумно вкусная кухня и красота там, конечно. Были в Анапе? Нет. А вы ездили... Вы не доехали, да? Вы поехали на машине, да? Да, в Джубку остановились. Были, да. Как вам? Нам понравилось тогда. Ну, мы просто отдыхали, спали, ели, гуляли. На рыбалку один раз ходили, ничего не поймали. Мне кажется, все вот эти рыбалки с красивыми фотографиями, что что-то поймаешь, это все заманилка. Думаешь? Угу. Я только удочкой, а Костя на удочку запуталась. Вкусно очень. Так, конечно, хочется отдыхать больше. Сначала у нас была цель ремонт сделать. Теперь хочется участок. Мы, кстати, сейчас ищем планировку дома. Цены, конечно, колеблются. Вот мы нашли одну планировку дома за 18 тысяч рублей. И дальше 30, 35. Вот пока присматриваемся. В этом году будем фундамент делать. Мы предлагаем, у нас большая просто территория, Снежане с Костей построиться рядом с нами и сделать баню совместной просто на территории посередине. Как ты рассказывала? Там даже будет вопрос, вот прочитай. Близко, или я его не заскринила. Я сейчас искала под всеми видео. Единственный вопрос, который нашла, когда будет Лена. Юлия Воробьева, большой тебе привет. Ты спросила, Лёву кормим мы с общего стола или готовим ему отдельно. Понятное дело, наггетсы, картошку, фрибургер он не ест. Мы такое не даем. Из такого, что можно сказать, запрещенка, я давала попробовать домашнюю шарлотку. Один раз мы дали ему попробовать мороженое, он был в восторге. Все, больше ничего. Колбасу, сосиски ничего не давали. Что еще? Ну все домашние, супы, все, мне кажется, уже каша. Понятие вообще стол разное. Понятное дело, он не ест вот это все, что мы снимаем на видео. Бургеры офигенные, да? Угу. Я Леве недавно готовила домашние пельмени, он был в восторге. Там брокколи, индейка, лук, томат внутри.
Меньше соли. Меньше соли, минимум. Очень понравились. По поводу дня рождения, кстати, мы начали говорить, и, наверное, все, да? А больше не было вопросов? Нет, я больше не нашла. День рождения у него 20-го. Будем отвечать 25-го. Да, в субботу. Я заказала тортик, у нас будет... Сколько человек примерно? 28. Я заказала торт, очень красивый будет. Если все получится, я планирую еще испечь бенто тортик маленький. Ты мне рецепт, надеюсь, дашь? Чтобы... В день рождения его пофоткать красиво, Снежана сказала, шарики. Угу. И уже в выходные собраться со всеми близкими. Там друзья будут, родственники. На природе. Ты снимать будешь? Постараюсь что-нибудь снять. Но в день рождения 20-го должен выйти ролик «Годик». Кадры будут из роддома, как мы домой приехали. Здорово. Как он рос. Просто хочу себе это еще видео оставить и почистить память на телефоне. Вот так что. Потому что у меня память постоянно заканчивается. У меня уже на телефоне все удалено, кроме видео с Левой и Леониной свадьбы с Кристиной, на которую мы попали после рождения Лева. Вот. А ты говорила, что из еды снова будешь заказывать все на природу? Будем заказывать, готовить шашлыки. Шашлыки, уху, купаты. Всю остальную еду мы заказали. Салаты. Закуски, бутерброды, профитроли, блинчики, как у Кости на день рождения, там мы говорили, да, снимали с жульеном пиццы. Насчет роллов, я думаю, еще. Костя говорит, наверное, роллы будут лишними. Я все-таки хочу немножко взять. Мне кажется, они быстро остынут, если только брать холодные позиции. Потому что когда горячие немножко постоят, они становятся очень жесткие. Надеюсь, погода не, этот, не расстроит и будет тепло. Даже по поводу дождя не так страшно, там навесы, там красивый вид. Волга. Ну, по-любому ролик будет. Что еще? Вот думаем, значит, подарка. Я Косте предлагаю или горку домой, или кухню детскую. Он обожает ходить к газовой плите, открывать ее, крутить конфорки. Мне вот просто кажется, вдруг он не захочет это делать с игрушечной кухней. Не, мне кажется, детям будет интересно. Хотя, я сейчас думала... Мальчики вообще играют с кухней, там, с приборами. С кастрюлями он играет. Вот, по сути, вот мы в компании с друзьями сидели, там были детки, и они обожают машинки. То есть, мне кажется, разницы нет. Я смотрю, даже некоторые дети играют с коляской, с куклой. Лёва, кукла, коляску-то катал. Были в гостях у Леонидного мужа, у мамы. Там игрушки остались после детей. Они приезжают, там игрушки есть. Лёва увидел коляску детскую, начала накачивать. Просто очень вкусно, безумно сытно и очень много. Еще так жарко. Мы закрыли окно из-за того, что там дети. Ещё духовка готовилась. Мы, наверное, красные с тобой сидим. Да? А я красная? Нет. Помада. Давно я так сидела? Вообще год быстро, да, пролетел, Левин? Вообще мах. Какой соус больше всего понравился? У нас сырный больше всего никто не тронул. Мне так кисло-сладкий понравился. Вообще я люблю сырный, но почему-то кисло-сладкий ближе стоял и больше всего макала. Еще вроде вопросик был. Мы торопимся опять, как всегда. Когда выйдет ролик... Мы снимали сладкий мукбанг, но это уже будет после. Мы еще задавали вопрос, что снять нам в следующем ролике. Да? Ну, в итоге мы приняли. Ну, мы ничего не готовили, потому что мы гуляли сегодня. И решили заказать ролик. Пришли и сразу зашли в магазин, наггетсы, картошка, все было заморожено, и бургеры тоже, кстати, да? У нас дома были готовые макароны по-флотски, но что-то снимать их мы не захотели. Не могу ник разобрать. Читать с этим, с сочком. Схов Ред Рэба. Ну ладно, ну вот так вот. А пицца офигенно выглядит. Это уже готовое тесто, заготовка в виде круга. Надо тоже такое приготовить. И кто-то написал, что... Как это так есть сырое тесто? Да, как можно съесть сырое тесто, оно не пропеклось. Блин, ребят, это обычная основа для пиццы. Она всегда такого цвета. Она не встанет коричневая. Да, они продаются либо в пачках, просто по 3-4 штуки, либо они продаются просто готовой пиццей в круге, в магните, в пятерочке. Но она не встанет коричневой. Я когда эти комментарии видела, я думала, может, это пишут дети? Потому что взрослый человек, если не понимает
Такие вещи, я не знаю, значит, он не готовил такие вещи никогда. Сырое тесто, пишешь, как ты ешь сырое тесто. У нас вчера же Васька чуть не пропала. Приехали мы. Она любит выбегать в подъезд. Когда потом выбежит, дверь закроешь, откроешь, она забегает. Все, мы зашли, разбираем вещи. Леву купать уже надо было. Я решила кошек покормить. Ляна забыла у Кости в машине жидкий корм, он там уже неделю катается. И Костя говорит, ладно, дай кошкам, а Ляне купим кошке. Я забыла. Да? Я даю кошкам. Маленькая прибежала, как котенок, а большой нет. Думаю, как так? Васька не прибежала на то, что ее зовут есть. И Косте говорю, кошки нет. Вышли в подъезд, нет. Я говорю, иди ищи. Убежала, все, думаю. Я уже попрощалась с ней, если честно. Порадовалась. Думаю, все, нет. Я, кстати, очень сильно расстроилась. Потому что у Лианы Мася как-то пропадала. Ее найти долго не могли. 3 дня. Она сидела в подвале. У нас подвалы, знаете, такие... Ну, не каждый зайдет, да? Они все равно закрыты. Да, я вообще не знаю, как она туда забралась. И прикиньте, где он ее нашел? На 2-м этаже. Он сразу пошел на 2-й этаж, он говорит, кошки убегают сюда наверх. Я думаю, откуда он это знает? А она там прижалась к полу, полностью легла. Так же, как другой двери, как у нас. Только там у нас бабушка живет наверху. Она с нами уже так много лет. А сколько ей? 6, наверное, есть. У нас Кости годовщина, ты не забыла? У нас Кости будет 5 лет. После свадьбы. Да, 14 июля. У нас год. 13 августа. Всего год. Такая разница, да, 5 лет и год. У нас тоже незаметно прилетит. Надо будет тортик заказать. Кость, наверное, нас не слышит. Хочу тортик заказать, подарок какой-нибудь. Видео он все равно не смотрит. Так кто он не узнает, что я вам сказала. Если вы не напишите. Вы же не напишите. Он не пересматривает? Он ни свои ролики не смотрит, ни мои. Монтирую сейчас я. Если честно, такие обалденные наггетсы. Если я тебе скажу, что надо фотку вставить, ты не забудешь? Очень вкусно. И вот именно, знаете, когда их укладываешь на противень, не на сковородке в масле, не в микроволновке. После микроволновки они получаются раскиселенные, да? Мягкие очень. А тут хрустящая курочка и без масла, да? Но мне кажется, уже масло в них есть. Вспомнила. Сейчас скажем, что вкусно. Кто-нибудь купит, не понравится, как было. Сейчас расскажу. О, а это жесть. Я же снимала лапшу. Я вам ее порекомендовала, говорю, очень вкусно. Ильяна, коричневая лапша купили. Такая в соусе у нее была. И шурма, да, рядом была? Артем мне говорит, нам 100 рублей должна. Это... Смеется. Это просто ужас. Такое ощущение, что макароны замочили в каком-то соусе черном, как будто бородинский хлеб. Я не знаю. Может, ты неправильно приготовила? Все, я сделала правильно. Кстати, было очень много комментариев, что им тоже не понравилась лапша. Мне и что у каждого разные вкусы. А мне так понравилось. Просто я много пробовала таких, мы лапши покупали и в китайских как магазинчиках, таких ларьках. И она была такая обалденная. Но это не соли, не специи. О том, что разные вкусы. Да. Все, я еще одну наггетсу, и я не могу больше. Я хочу загорелую. Вот эту. Да, наггетсы я обожаю. Что еще, о чем поговорить? Ты комментарий прочитала, у нас в городе есть музей рыбы. Мы не были. Нас спросили, были ли мы там или нет, но, наверное, кто-то из нашего города пишет. Я не была. Нет. У нас очень красивые места, мы скинем вам фотки. Я, кстати, сама не фотографировала, как у нас сделали лестницу, как у нас все сделали. Я хотела в интернете найти, нет фотографий. Мы сегодня были в парке, кстати, очень хорошо. Ну, мало где сидеть можно, но... Вообще офигенно. Как бы начать бегать по утрам? Было бы вообще здорово. Я объелась. Очень вкусно. Безумно. Бургеры, кстати, мне понравились. Я не скажу, что, конечно, прям очень вкусный такой. Мираторг, да? За его цену 120 рублей. 130. Мне кажется, это нормальная цена. Понятное дело, это размороженный кстати, бургер. Кстати, я даже не почувствовала, что там были соленые огурцы. Может, там их и не было? Они были, вот они. А, они нарезаны просто были этими квадратиками. Мне очень понравилось. Я такой человек, что я не очень привередливая в еде. Кто-то даже написал, Снежане все нравится. Я привередлива. Лиан привередлива. Это, наверное, я Артем научил. Спасибо, что сегодня были с нами. Кто досмотрел ролик до конца.
Ульяна, есть свой канал, надо было об этом говорить в начале я ролика. Я пока немножко забросила, возможно, что-то туда сниму. Будем прощаться. Задавайте вопросы. Постараюсь быть в следующем ролике. В третьем ролике. В каком-то из. Всем пока. До новых встреч.